Открываем РФовский паспорт на любой странице, от 4 до 19. Внизу каждой страницы видим данное изображение. Присматриваемся и обращаем внимание на 4 элемента. Нижний из них явно из ряда вон выходящий, потому что 3 других символизируют 6, 6, 6. Присматриваемся на центральное кольцо этого же изображения и видим уроборуса, свернувшегося в кольцо змея, кусающего себя за хвост. Дескать, грешная наша земля сделалась окончательным достоянием и царством дьявола. Внутри этого змея, как в огненном озере, изображена мандорла неопалимой купины, символ того, что шестая часть земли с названием Русь завоевана и находится в оккупации темных сил зла. С трех сторон змея, как видно на паспорте, окружают 4 короны Бафомета, из которых струится пламя. Обращаем внимание на тот самый лишний элемент трех шестерок. Видим элемент масонской символики – кадуцей. Внимание на любой элемент, символизирующий шестерку, и видим в нем буквы L, O и B. Стилизованное слово «лоб». По бокам данных страниц обращаем внимание на слово «Россия», заключенное в шестерке. В иудаизме 666 в том числе означает «пленение». Смотрим на любую страницу в область чуть выше центра и, приглядевшись, видим изображение Бафомета, сатанинского и масонского символа. Достаточно с паспортом, смотрим на штрих-код ИНН налогоплательщика. Как известно, в штрих-коде каждая линия или несколько, их толщина имеет свой номер. Обращаем внимание на ничем не обозначенные линии, так называемые разделительные. К этим линиям относится цифра 6. Посмотрели, повтыкали и задаемся банальным вопросом: какого хрена? В поисках ответа на вопрос «какого хрена?» обращаемся к Библии. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле».